Сегодня играли, и все хотели себя проявить, и видите, какая атмосфера здесь, и то, что пришло 9 тысяч зрителей, это, конечно, очень здорово, и те деньги, которые собрали, пойдут на помощь детям, которые в них нуждаются, очень здорово, поэтому я очень рад и счастлив, что смог принять участие и вложить чем-то в эту помощь. Ну, я думаю, что Санкт-Петербург можно назвать столицей хоккея. Вы видели, сколько было зрителей на трибунах. Это очень приятно играть при полных трибунах и при такой поддержке. И я думаю, что спасибо организаторам, спасибо клубу СКА за такой праздник для ветеранов, для всех нас. Лето, и я тренируюсь, но тем не менее на один день можно, на полдня даже можно прилететь, и это благотворительный матч, и поддержать детей, помощь какая-то. И тем более я знал, что сегодня будет полный трибун, и, конечно, народ ждал, и поэтому всем спасибо, кто смог выделить время. Для меня это было без проблем, поэтому я от Илюхи, тем более Ковальчука, всегда приму приглашение.